Здравствуйте, с вами магазин База Автозвук. Сегодня мы рассмотрим провода прикуривания, они же пусковые провода компании Кота, модель KBC-60025. Данные провода рассчитаны на пропускную способность до 600 ампер, длина провода 3 метра и рассчитаны на температуру от минус 30 до плюс 60 градусов. Поставляются данные провода в чехле, что очень удобно для их хранения и транспортировки. Также сзади есть инструкция по применению и меры предосторожности, которые обязательно соблюдать при зарядке аккумулятора. На каждом конце провода имеются крокодилы. Крокодилы выполнены из пластика. Прижимные контакты выполнены из меди. Точно так же, как и провода внутри. Обязательно при выборе проводов обращайте внимание на то, как крепятся данные провода крокодила, потому что это очень важно для того, чтобы избежать отсоединения провода от крокодила. Не особо будет приятно, если во время прикуривания в экстремальный момент в руках отдельно останется провод, а в другой руке отсоединенный крокодил. Также крокодилы имеют хорошую прижимную силу, что позволит избежать слетания с клемм аккумулятора, и также подходит на любой размер клемм.